Дэвид Бекхэм выбирает для себя только лучшие костюмы, дополняя образ шарфами или узкими галстуками. Джонни Депп не собирается расставаться со своими многочисленными браслетами и кольцами-талисманами. А Брэд Питт удачно сочетает в своих образах гламур, элегантность и мужественность. Наши красноярские мужчины тоже хотят, а главное, могут одеваться ничуть не хуже знаменитостей. В этом убедимся сегодня на программе «Своими глазами». С вами Юлия Аржанова. Утро добрым бывает, если в самом начале дня не приходится задумываться, в чем пойти на работу. Так считает Иван, харизматичный мужчина и по совместительству участник нашей программы. В гардеробе очень важно иметь несколько готовых комплектов одежды. Вещи, которые сочетаются между собой, позволяют экономить время и выглядеть стильно. Что ж, сегодня у Ивана появится несколько готовых комплектов одежды. В ближайшее время он вряд ли озаботится вопросом, что и с чем носить. Современный костюм для деловых будней – это подчеркивающая фигуру линии, укороченная длина пиджака и прямые брюки. Среди новинок – неброские клетчатые и точечные рисунки. Мне очень нравится цветовая гамма, которую подобрали для Ивана. Это замечательный цветок. Он очень сочетается с этим костюмом. Мне нравится, что рисунок на рубашке сочетается с подкладом на пиджаке. В коллекциях нового сезона огромное разнообразие различных оттенков синего. Это могут быть как осветленные тона, так и более насыщенные. Вот как на нашем герое. Чувство легкой зависти к мужчинам возникает после взгляда на коллекцию пиджаков в стиле casual. Легкие и приятные на ощупь ткани, мягкие формы покроя. Они не стесняют движений, создавая ощущение комфорта. Дизайнеры уловили потребность мужчин в быстрой и безупречной комплектации предметов одежды и предлагают максимум подсказок. Это декоративные строчки, броши и пуговицы на пиджаке в цвет рубашки или, к примеру, брюк. Решения подобраны таким образом, что, будучи обладателем не более десятка наименований одежды, можно каждый день выглядеть по-новому. Мне нравится эта деталь, карман-платочек, который можно убрать, так и достать. И пиджак становится более стильным. Сложная цветовая палитра демонстрирует спектр мягких тонов синего и бордо, а также натурального зеленого в виде приглушенного нефритового. Заметьте, носки столь же важный аксессуар, как ремень или галстук, и подбирается под любой предмет одежды. Ирина и Иван сегодня убедились, насколько просто можно комбинировать пиджаки и брюки, футболки или сорочки. Дизайнерские решения в области деталей безупречно соединяют отдельные элементы в единый комплект одежды. Результат – цельный образ. Спонсор программы – бутик-бизнесмен в магазине «Березка» на Перенсона 9. Стильная и комфортная одежда из высококачественных материалов для успешных мужчин. «Бизнесмен» представляет новую весенне-летнюю коллекцию для деловых будней и выхода в свет. На этом пока все. Прощаюсь с вами до следующей недели. С вами была Юлия Аржанова. До новых встреч на 7-м канале.